I now give the floor to the representative of the Russian Federation. Госпожа председатель, мы признательны за организацию сегодняшнего заседания. Мы благодарны господину Антонио Гутерешу, генеральному секретарю, за изложение его оценки состояния миротворческой деятельности ООН. Миротворчество является ключевым инструментом в арсенале мер ООН по поддержанию международного мира и безопасности, урегулированию конфликтов и оказанию содействия в государственном строительстве на начальной посткризисной стадии. Усложнившийся характер проблем, которые порождаются современными кризисами, рост числа и географическое расширение конфликтных ситуаций, стремительные политические изменения, наличие специфических конфликтогенных факторов, включая терроризм, преступность, наркотрафик, другие транснациональные вызовы и угрозы, все это обуславливает неизбежную трансформацию миротворческой деятельности ООН, а также ставит вопрос о необходимости повышения ее эффективности. Однако и в этих сложных условиях суть миротворчества остается неизменной. Это прежде всего безальтернативность политического разрешения конфликтов. Именно в этом качестве приоритета обозначил генеральный секретарь ООН. К такому же выводу ранее пришла, как известная, группа экспертов высокого уровня по обзору операций по поддержанию мира. Не случайно в ходе сегодняшнего заседания его инициаторы предложили сконцентрироваться на необходимости повышения эффективности миротворчества с акцентом на политическую составляющую деятельности миссий и событий в поле. Нельзя не согласиться с тем, что мандаты некоторых миссий медленно адаптируются к новым реалиям на Земле. Безусловно, имеются вопросы и к эффективности работы секретариата по планированию жизненного цикла миссий и взаимодействию миссии с принимающими властями. Требует совершенствования процесс разработки стратегии выхода и обеспечения плавного перехода к стадии постконфликтного восстановления, что позволило бы не только оптимизировать расходы, но и повысить эффективность работы ОПМ и отдачу от нее. Кроме того, считаем неприемлемым использование практики предоставления секретариатом ООН сметных заявок на отдельные компоненты миротворческих операций без их достаточного обоснования. В последнее время мы также наблюдаем во многом искусственное разбухание мандатов ОПМ за счет непрофильных задач. Мы не раз говорили о пагубности такой практики, которая существенно снижает реальную эффективность миссий. Приведем в пример широко интерпретируемые задачи по защите гражданских лиц, мониторинг прав человека, включая гендерные вопросы, предотвращение сексуального насилия. Эти функции во многом возложены на гражданских служащих миссий, развертывание и содержание которых весьма затратно. Так, в Демократической Республике Конго почти в каждом компоненте миссии есть эксперт по связям с общественностью, число которых доходит до 30. Неужели это необходимо и экономически разумно? Убеждены, что не следует отягощать ОПМ и трудновыполнимыми задачами социального и гуманитарного характера. Они не только не представляют угрозу международному миру и безопасности, но являются предметом работы других профильных органов ООН. Важно взвешенно подходить к использованию в миротворчестве правочеловеческих аспектов, не ставя под сомнение важность поощрения и защиты прав человека. Убеждены, что наделение ООНовских миротворческих миссий несвойственными для них правозащитными функциями снижает эффективность выполнения их главной задачи – разъединения и примирения конфликтующих сторон и, в конечном счете, спасения человеческих жизней. Именно успешное разрешение конфликта является ключевой предпосылкой для исправления ситуации в области защиты прав человека и построения демократических институтов в конкретной стране, а никак не наоборот. Чрезмерное же внимание правозащитным вопросам зачастую приводит к искажению понимания причин кризиса, новых вызовов и угроз, а также неверной интерпретации мандатов ОПМ, их невысокой отдачи и протестным действиям со стороны принимающих государств и стран-поставщиков контингентов.
Миротворческие миссии все чаще предлагаются наделять многокомпонентными мандатами, которые включают в себя миростроительные задачи, в первую очередь содействие реформе сектора безопасности, разоружению, демобилизации и реинтеграции, поддержку восстановления органов правопорядка и верховенства в целом. Уверены, что такие задачи должны быть точечным ответом на соответствующие причины конфликта, с тем, чтобы не допустить его рецидива. Персонал миротворческих миссий не может подменять собой национальные органы власти или встраиваться во внутриполитическую ситуацию. Считаем, что урезание финансирования отдельных миротворческих операций должно идти рука об руку с модификацией их мандатов, а именно с упором на сокращение побочных, непрофильных задач, распыляющих усилия по решению коренных причин конфликта. Безусловно, как бы ни проходила трансформация миротворчества, критически важными ориентирами останутся положения Устава ООН и базовые принципы ООНовского миротворчества, согласие принимающей стороны, беспристрастность, а также неприменение силы, кроме случаев самообороны и выполнения мандата, данного Советом Безопасности. Эти постулаты, к сожалению, в последнее время рассматриваются рядом стран чуть ли не как помеха для выполнения миссиями своих мандатов. Слышали идею о необходимости их гибкой трактовки в зависимости от условий на Земле, и хотим еще раз подчеркнуть – это недопустимо. С нашей точки зрения, именно они гарантируют эффективность деятельности ОПМ. Каждое из новых или развивающихся направлений миротворчества должно соответствовать этим принципам. Считаем также важным предостеречь от попыток искусственной политизации деятельности миротворцев. У нас вызывает серьезную озабоченность наблюдающееся стремление к вольной интерпретации норм международного гуманитарного права в части, касающейся защиты гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта. Голубые каски ни при каких обстоятельствах не должны становиться стороной конфликта или присоединяться к ним. А именно это произойдет, если Совет Безопасности прислушается к отдельным предложениям государств-членов, которые предлагают возможность применения миротворцами силы против принимающего государства. Недопустимы любые действия под лозунгом заботы о мирном населении, которые на деле преследуют узкие геополитические цели, в том числе по смещению законных властей суверенных государств. Как показывает практика, это оборачивается еще большими жертвами среди мирных граждан. Мы не поддерживаем часто звучащее мнение о том, что защита гражданских лиц и есть самоцель миротворчества в целом. Напоминаем, необходимость защищать население – это следствие конфликта, а не его причина. Эффективно гарантировать безопасность мирных граждан может лишь устранение настоящих коренных причин кризисов. Содействие в защите в любом случае – временная мера, необходимо для того, чтобы дать время для поиска политико-дипломатического решения. Насторожила постановка вопроса в концептуальной записке о возможности миссии осуществлять свою деятельность без стратегического согласия принимающей стороны. Считаем ее некорректной, поскольку это в корне противоречит базовым принципам миротворчества, которые остаются незыблемыми и ревизии не подлежат. При этом успех ООНовских операций напрямую зависит от выстраивания конструктивных и взаимоуважительных отношений с принимающей стороной, другими национальными игроками. Такое взаимодействие должно быть не навязанным или искусственным, а идти от естественного желания принимающей стороны к сотрудничеству, которое является прямым следствием укрепления доверия к деятельности миссии и ее компонентов. Не стоит забывать, что правительства несут главную ответственность за обеспечение безопасности населения, в том числе от террористических атак, за налаживание политпроцесса, обеспечение развития и устранение коренных причин конфликтов. Международное содействие призвано оказывать поддержку местным и региональным усилиям, но не подменять их. Госпожа председатель, трудно не согласиться, что современные вызовы и угрозы, изменившийся характер конфликтов, требует соответствующей адаптации со стороны Всемирной организации.
Качественные, кропотливые политические и посреднические усилия должны быть приоритетом миротворческой деятельности. История конфликтов в разных регионах мира доказала, что именно они помогают устранить первопричины противоречий, а не только купировать симптомы. В противном случае, даже после временной передышки, кризисы рискуют вернуться вновь. ООНовские миссии и голубые каски должны развертываться там, где они могут эффективно помочь, оставаясь нейтральной силой и не выполняя при этом несвойственных им функций. В целях повышения эффективности выполнения миротворцами своих мандатов во главу угла следует ставить не отработку разного рода генерических инициатив, а четкость, ясность и реалистичность поставленных перед голубыми касками задач и устранение специфических для каждого конфликта причин. Я благодарю вас за внимание. Thank you to the representative from the Russian Federation.